Здравствуйте, вы на канале Пасека Батьковичей. У нас сегодня конец сентября, и мы решили показать, как не надо осушивать рамки. Что значит осушивать рамки? Допустим, мы откачали мед. Да, мы выкачивали падевый мед у сильных семей, которые были подготовлены. И там остались медовые рамы, которые были черные. А черные рамы мы на своей пасеке убираем. Почему? Потому что это для нас отработанный материал. Вот смотрите, я хочу показать, как не надо осушать рамы. Почему? Потому что, во-первых, мы делаем, провоцируем пасеки вокруг всего села нашего. В радиусе тут километра двух мы провоцируем абсолютно все пасеки всех пчел. Почему? Потому что на всех пасеках начинается запах меда, начинается воровство, бардак, разброд и все самое ненужное. Плюс пчелы больные могут переопылиться, там не переопылиться, опять с моими уже обработанными пчелами опять может сесть клещ. То есть вот это пример, как делать не надо. Расскажу, как мы осушаем всегда рамки. Мы осушаем всегда в корпусах. Мы откачиваем рамки и ночью мы ставим корпуса с этими же откачанными рамками пчелам через разделительную. Пчелы заходят, осушают и через неделю мы забираем рамки. Да, в этом году аномально такая теплая бабье лето у нас на улице, плюс 24, плюс 25. И сегодня у нас с вами 23 сентября. И вот можете посмотреть, камера сейчас подойдет ближе, что пчелы выедают. Вот видите, как они выедают. Потом эта рама пойдет на перетопку. Я такие черные рамы не оставляю. Вот не оставляю, потому что для меня это, скажем так, плохой материал. Почему? Потому что из черной рамы вылупится маленькая пчела, ячеечка или очко сужается. В черных рамах сохраняется больше всего клеща. Они там как в окопах сидят. Ну и плюс, вот мы ставили эксперимент, мы брали, когда вот это поле акации у нас, посадки акации, мы ставили темную вощину, вот такую вот, и светлую вощину, и качали мед. Так вот, с темной вощины мед был более темнее, чем со светлой вощины. И это тот признак, почему мы отказываемся и уходим, и всегда вытапливаем черные рамы. Оставайтесь на каналах, всех благ, мира и папа.